Сейчас мы Прокопий молочка попьем. Молочка попьем. Прокопий, Пом, приди ко мне. Гули-гули-гули-гули. Коте. Вот. Все как ты хочешь. Все твои друзья уже здесь. Пом. Пом. Иди ко мне. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Молодец. А помнишь Розенблю? Как славно на нем парили пушки. Здрасте. Здравствуй, здравствуй. Скажите, это тот известный машинист Прокопий Кузьмич? Да, это вот мы вот гуляем, пожалуйста. А почему Прокопий не на работе? Ну, почему не на работе? Так он уж на пенсии. Вы что, он же не работает. У-у-у. Как так получилось? Ну, как получилось? Это давняя история. Он же начал чудить, вы же помните. Однажды он напугал ту старушку. Мы с ним в пассажирских работали. Ха, напугал старушку, не поверишь. Вот. А он же видеть плохо стал. И он с собой эти, знаешь, вот очки такие носил. Вот да, я ношу ему, помогаю. Ну, эти вот с дырочками-то, перфорация. Вот. И, значит, заезжаем под состав, прицепились. А зимой дело было-то. Ну, он выходит тоже с этим, с поездным электромехаником, соединяет этот кабель. А там какая-то тетка. А он, ты понимаешь, вот эти вот, вот так вот одел. Вот я тебе сейчас даже покажу, мил человек. Вот так одел, и значит идет. Она, а батюшки, машинист слепой. А он еще, что бабушка? Ну там не слышно, там же. Она, а, так он же еще и глухой. А это правда, что у Прокопия, что не поездка, то косяк? Косячил. Было. Накосячили однажды так, что мама дорогая. Повесили проволоку, они электрифицировали участок, значит, на Мармамас. Такая станция есть. Раньше-то там тепловозы все ходили, а тут вот уже электровозы. И он Прокопий, значит, нарисовал эту режимную карту сам, понимаешь? И вот он так вот положит ее перед собой и по ней едет. Где подхватиться, где сброситься, значит. И вот представь себе, на ВЛ-80. Да. Зимой тоже, зимой, да. И что-то так, ты знаешь, вот полпути вообще тормоза не пробовали. А снежок шел такой, что-то хороший снежок такой, липкой, липкой, понимаешь. Вот мы так вот чуть-чуть так вот, 40, 50, 60, катимся себе. И опа, предвкладной желто-мигающий. Я говорю, Прокопий, говорю, желто-мигающий, говорю, давай. Он говорит, это нормально, делает разрядку. А скорость 50 была, ты понял? Гляжу на скоростимер тоже. А скорость-то и не падает. Ты понял? Я говорю, слушай, Прокопий, говорю, что-то не то. А он такой и отпускает тормоза-то. Ты понял? Отпускает. Нормально, сейчас тут, говорит, подъем, говорит, будет. Мы, говорит, затянемся. Я говорю, не знаю, какой тут подъем. Я тоже профиль не знал толком. И уже вот, уже два желтых, верхний мигающий. Я говорю, Прокопий, говорю, тормози. Он еще разрядку, скорость-то, ну, чуть-чуть вот так вот. Я говорю, в шестой, говорю, шаркой. Он уж шестое, и вот уже два желтых. А по стрелкам 25. А мы все 50 влетаем. Нас как мотнет вот так. А выходной уже красный. А там уже однопутный участок, ты понимаешь? Я говорю, Прокопий, рви реостат. Он, ну, такой реостат, значит, собрал. Ладно, реостат работал. Снег на колодках набился. И встали вот до выходного. Ну вот как до тебя оставалось, даже ближе, ты понял? И там, глядим, тепловоз. Тепловоз проезжает. Оказывается, что было дело? Какой там подъемчик? Он просто перепутал. Он на этой режимной карте вместо уклона нарисовал подъем. И так я думал, что сейчас он тут затянется. Я спрашиваю, да как же ты так-то? А он, а что ты хочешь? У меня лапки. Вот, пожалуйста, я очевидец. Так как же он с такими лапками бортовой журнал заполнял? С этим вообще, он писать-то толком. Он же, ну что, кот, что ты хочешь? Вот записывает журнал, да, бортовой. Значит, там что-то корябает ручкой.
И пишет, значит, там это ПЦ-продукты, ну, пневматические цепи. Написал букву П. Блин, говорит, Вячеслав, а как, говорит, С пишется? Я говорю, Прокопий, говорю, ну, вспоминай, говорю, ну, С, цыпленок, Ч, часы. Он, вспомнил. И такой фигак З рисует, ПЗ-продукты. Я говорю, Прокопий, ну ты чего? Вот да ну нафиг у меня лапки. Путали даже. Однажды мы перепутали поезд, ты не поверишь. Там есть такая станция, называется Hero Hero. И от нее, значит, вот наша бригада и еще бригады Hero Hero. Наши-то закатные были только сюда, на корке московские. А те бригады, они еще на бок могли ездить, понимаешь? Там еще ответвление такое было на бок. И вот стоят, значит, два поезда прибыли. Туда еще дальше, с севера. Один и второй на платформе. Наш поезд слева, а их поездок, значит, на бок. Потом ответвляется. И мы идем, значит, с ним такие принимать. Он говорит, вот, говорит, наш. Я говорю, точно этот? Да, говорит, я, говорит, вот, я, говорит, в курсе. Я говорю, хорошо. Вот, ну, мы все залезли там уже, приняли, опробовались. Глядим, бригада Hero Hero идет. Они видят, что тут уже мы. Они на тот электровоз тоже поднялись, тоже все пробовали, поехали. Вот, и мы, значит, запросились, там уже все нам открыли, то поехали. Едем себе. А сзади у нас ехал еще один машинист, его зовут Максим Машинюга. Он-то нас и спас, ты понимаешь? А он смотрит, у него расписание просто. И что-то вроде не по тому расписанию, едем. И он к нам приходит в переднюю кабину и говорит, ребята, говорит, а вы, говорит, вообще с каким поездом едете? Мы говорим, так, Прокопий. Ну, естественно, говорит, с 55-м. Нифига, говорит, не 55-м. У вас, говорит, допустим, там совсем другой номер поезда. Так, непонятно, не поняли. Вызываем, значит, диспетчер, вроде как. Оказывается, мы взяли поезд, который туда на бок, ты понял? А Hero-Hero взяли следующий поезд, который наш, он должен прямо ехать был. Ты понимаешь? Хорошо, мы до этой развилки-то не доехали. Ну, где старый клуб психиатров станции? Потому что уехали бы туда, мы там вообще не закатаны. И мы останавливались, и они останавливались на другом пути. И мы вот так вот пересаживались, ты понял? Да. Ну, пассажиров не стали пересаживать, хотя Прокопий... Давайте, говорит, пускай, говорит, пассажиры перейдут, говорит, все. Эти, говорит, туда, эти сюда, ну, делов-то куча, что им там чемоданчик где-то широкий взять? Ну, вот решили, пускай, говорит, бригады перейдут. Вот потеха. Это все он. А самый большой косяк у них случился, когда он работал с другим машинистом, понимаешь? Вот после того случая ты его как раз и сняли в помощники. А тепловоз-то был 2Т-10Л. Машинист Василий, да-да-да, Василий. Он потом на ТЭП-70 еще ездил, ТЭП-70БС, ну, неважно. И вот они, значит, едут. И скорость уже 80, сгрузил он крутыми поездами. Вот, тепловозный ход. Едут. И такая насыпь, большая такая насыпь. И фигак, срабатывают тормоза. Загорается лампочка ТМ. Он, значит, в третий ставит, да, падение давления в ТМ, в шестой остановились. Ёлки. Он Прокопий говорит, давай, говорит, слушай, посмотри, что, говорит, там, до хвоста-то дойди хоть. Ну, Прокопий рукавицы взял. Вот. И с левой стороны так вот, и тут, добежал до хвоста, сверил номер даже, все как по науке, все по ПТ, значит, номер хвостового сверил, на электровоз, значит, прибегает, ой, на тепловоз же был. Все, говорит, нормально, там, говорит, рукава разъединились, я, говорит, их соединил, говорит, хрону открыл, и вообще, говорит, все, говорит, хвост, говорит, соответствует, говорит, натурке. А машинист в это время справа посмотрел и говорит, все, говорит, нормально? Да, все, говорит, хорошо. А вот, говорит, обойди, говорит, тепловоз и, говорит, посмотри справа. Ну, Прокопий, ладно. Обходит, смотрит с насыпи-то, а там вагоны лежат. Оказывается, вот было место выдавливания, ты понимаешь? Спуск, который потом переходит в подъем. А в середине были порожние платформы, а хвост груженный. И неудачно тормознули чуть-чуть там на какую-то микроскопическую величину. И, значит, этот тормозит, хвост набегает, платформы, опа, выдавило. Ну, он, естественно, тормозит, понятно, рукава разъединились. И так случилось, что вот они, хвостовая часть с головой-то соединились. Ты понял? А те-то упали туда, вот, туда, упали туда. Ну и вот после этого он уже
машинистом ты уже и сам понимаешь. Да. Так вот и было. А уж помощником-то такого, наверное, и не было. Он когда помощником поехал, он вообще начал чудить уже, просто жесть. Вот, например, едут они, да, опять там, допустим, желтый мигающий. Ему пофигу. Он берет трубку радиосвязи, вызывает там его. Дык-дык, дан-ваден, корабль путает. Электровоз Джорджи, пропустите электровоз Джорджи. Дежурная, что? Что происходит? А ей-то на втором пульте тетка. Это говорит Прокопий Кузьмич, покорись Марье, открой ему на проход. Она уж открывает, они станцию пролетают. А ночью он спал. Допустим, едем, лента в задней кабине, да? Хорошо. Надо же после вставки ленту смотреть. Там он, значит, это ушел, и нет его. Вот. Один перегон нет. Второй перегон нет. Машинист уже начинает нервничать. Где? Прокопий, про тебя говорит. Вот. И уж выбрал там перегон подольше, побежал назад. В коридоре нет нигде. Может, выпал помощник? Нету помощника. Что такое? Открывает дверь кабину, а он вот так вот скоростимер обнял. И так вот едет и спит, стоя, скоростимер обнял. Батюшки. Да, а еще был случай у него, когда он машиниста забыл. Они, значит, встали, и машинист что-то пошел, то ли до ветра, то ли что-то еще. И открывает, и там этот диспетчер, значит, вызывает. Старший диспетчер Мармадье, увеличивайте скорость, за вами там, значит, курьерский поезд, пропускаем вас вперед. Ну, Прокопия его, машиниста нет, и ладно, дескать, в задней кабине, может быть, там. И ту поехал. А он в это время снаружи был, машинист, а ты понимаешь? Он, значит, вроде, Федор Иванович, стой, стой, Федор Иванович. А Прокопий-то и поехал. И он за поручень-то ухватился, и так едет. А он все быстрее, быстрее, все набирается, понимаешь? Ёлки. И уже встречные-то ребята едут там, значит, наши тоже. Вот этот машинист, ему вызывает вроде Прокопия. Слушай, говорит, родной, у тебя, говорит, что, говорит, за человек, говорит, на поручнях-то висит? А самая мистическая история произошла, когда мы ехали с ним на вывозке. Ночь была, туман и тишина. Едем не сильно, может быть, 40 так. И вдруг видим впереди что-то такое белеет. В тумане-то, ты понял? Прокопий, значит, вроде шурится. Я говорю, слушай, говорю, поддержи, говорю, немножечко, придержи. Он снизились до 20. И смотрим. Лошадь. Натурально на путях лошадь. Стоит. И он вроде из окошка такой. Арто! Лошади-то этой. Она пошла. Вдоль путей, вперед, понимаешь, не влево. И он такой, значит, тифоном-то ей. Она как и шла, так и идет. Потихонечку где-то вот так вот идет. Но мы вроде за ней ехать-то надо. Он опять, значит, набирается. Тихонечко, значит, поехали. И только, значит, вроде бы разгоняться, а лошадь опять встает. И не уходит. Он ей тифоном, значит, свистком. Начал, значит, там какую-то швабру, на швабру в кабине. И там швабру вроде, эй, говорит, уходи, пошел отсюда. Она не уходит. И опять мы, значит, разгоняемся, она опять останавливается. А потом все-таки лошадь ушла с путей. Ушла в сторону, и мы поехали уже нормально. А потом, когда приехали, узнали, что в том месте был угол в плане. А ночью-то его было и не видно толком-то. Ехали бы мы бы пошибче, непременно бы упали. Понял? Лошадь спасла. И вот уже с тех пор все, его уже с поездов списали, Прокопия. Но веришь ли, его зовут в ремонт. И вот скажи мне, как думаешь, идти ему туда или не идти? Ну, конечно, пусть тогда идет ремонт, потом нам будет новые истории рассказывать. Давай спросим лучше у наших зрителей, идти ли Прокопию работать в ремонт. Как вы думаете? Или же не идти? Вот тебе весь сказ. На этом спасибо. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. Все ссылочки будут в описании. Всем удачи и всем пока. До новых видео.